Здравствуйте, в эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика», в студии Алексей Андреев. Как строить дешево, качественно и быстро? Эти вопросы руководители регионов Поволжья обсудили на очередном расширенном совете при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе. Заседание состоялось в Пензе. На нем обсуждали развитие строительного рынка в округе. Участие в совете принял и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. Чтобы решить квартирный вопрос миллионов россиян, необходимо разработать поэтапные планы. Недавно в правительстве страны утвердили минимальную ипотечную ставку. Теперь она не превышает 12%. Это принесло свои плоды. За последние две недели в округе количество желающих получить дешевые кредиты увеличилось в разы. Сразу хочу сказать несколько слов о том постановлении правительства, которое вышло. Это действительно была серьезная задача, серьезный вызов. Нам удалось найти 20 миллиардов в бюджете Российской Федерации, несмотря на все сложности. Какие там критерии? Критерии четкие, критерии понятные. В первую очередь это то, что касается новостроек. Это должна быть обязательно новостройка. Второй критерий, что это должно быть единственное жилье. Третий критерий – это все-таки первый взнос повышенный. Вообще, по подсчетам в округе, по ипотеке приобретается большинство квартир. Только в прошлом году в регионах Поволжья было выдано кредитов на сумму 350 миллиардов рублей. По прогнозам, темпы строительства могут превысить прошлогодний рубеж. Причем в тройку лидеров по вводу жилья на одного человека вошла и Чувашская республика. По этим показателям регион обошел Пензу и Башкортостан. Сейчас субъектам необходимо строить больше домов экономического класса. Участники окружного совета предложили установить единые стандарты для такого жилья. Приказ Минстроя 223 об утверждении условий отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, который фиксирует только технические параметры жилья эконом-класса, то есть метраж и технические характеристики, но не фиксирует в себе ценового параметра. Если мы хотим, чтобы на рынок действительно вышло массовое жилье экономического класса, Михаил Александрович, просьба все-таки нам приказ Минстроя привести в соответствие с этой программой. Сейчас стоимость одного квадратного метра квартиры экономического класса колеблется в пределах от 35 до 50 тысяч. В удешевлении жилья заинтересованы и строители. На помощь им приходят современные разработки, прочный пластик, базальтовые трубы, газобетон. Причем в отрасли постепенно отказываются от поставок из-за рубежа, делая ставку только на российские материалы. Основные строительные материалы производятся в Российской Федерации. Это и цемент, и металл. И промышленность строительных материалов, как отмечается, будет наращивать объемы выпуска этих материалов. Во многих регионах нашей страны, в том числе и в Чувашии, уже вовсю идет импортозамещение. Это и керамическая плитка, это и облицовочные материалы, это и утеплители. Новые проекты строительной сферы презентовали на площади перед домом правительства Пензы. На эту выставку привезли даже вот такой одноэтажный дом. Построить этот дом возможно буквально за одну неделю. Стены состоят из толстого слоя пенопласта, гипсокартона и металла. Здесь хватит места для одной семьи из четырех человек. Для их удобства здесь есть и кухня, и детская комната, и уборная, и просторный зал. Сейчас в России подобные проекты набирают большую популярность. Дома экономического уровня в регионах возводят и в рамках программы «Жилье для российской семьи». За три года только в Чувашской республике построят более 200 тысяч квадратных метров квартир такого класса. Михаил Игнатьев отметил, что обеспечение жильем нуждающихся является приоритетом для правительства региона. По нашим государственным программам, те средства, которые предусмотрены, мы сполна выделим. И все средства наши жители Чувашской республики, как участники государственных программ, сполна получат. Кроме всего этого, ветераны Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны 100% получат свое жилье, ибо средства мы получили, сегодня выдаем сертификаты. На окружном совете обсудили и проблему пострадавших дольщиков. Решить ее во многих регионах планируют уже в этом году. Необходимо сейчас сократить административные барьеры, а также количество разрешительных процедур при строительстве домов. Эти вопросы руководители субъектов предложили рассмотреть и членам российского правительства. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика, из города Пенза. В 2013 в России приняли антитабачный закон. С тех пор россияне не курят в общественных местах. Во всяком случае, не должны. Как ситуация обстоит на самом деле, обсудили сегодня за круглым столом в Национальной библиотеке.
Курение вредит вашему здоровью. Не устает предупреждать Минздрав. Будете курить в неположенном месте, заплатите штраф. Предупреждает закон. Как ни печально, но, судя по всему, за кошелек россияне переживают больше, чем за собственные легкие. С момента вступления в силу антитабачного закона курить в стране действительно стали меньше, считают специалисты. В Чувашии уровень потребления табака, по данным социологического опроса, если сравнивать 2011 и 2014 годы, стал меньше на 5%. Цифра не слишком впечатляющая. Люди знают о том, что курение вредит. То есть нельзя сказать, что люди не информированы о вреде потребления табака. То есть достаточно большой процент, почти каждый ответил, что он знает, что курение вызывает инсульт, что курение вызывает рак легкого, что курение вызывает инфаркт. То есть осведомленность населения, она очень высокая. Но тем не менее сохраняется курение как в наручных местах, так и в домашних условиях. Впрочем, не все так плохо. 45% опрошенных курильщиков сказали, что в течение года пытались бросить курить. У 10% это получилось. Более того, по данным Минздрава развития, в Чувашии вообще курят меньше, чем в среднем по России. Может быть, на сознательность граждан повлияли мероприятия. В республике проводились оздоровительные акции, профилактические консультации, семинары. А может быть, и недремлющее око закона. В 2014 году были привлечены к административной ответственности 89 нарушителей, общая сумма штрафов составила более 758 тысяч рублей. За два месяца этого года рассмотрено уже 41 административное дело. Вынесено постановление о наложении штрафа на общую сумму 389 тысяч рублей. Иными словами, война с курильщиками продолжается. И здесь, как известно, все средства хороши. Въезд в Чебоксары только после взвешивания. Такое правило будет распространяться на весь большегрузный транспорт с 1 по 30 апреля. Подробности прямо сейчас. Дорогам регионального и муниципального значения, которые после зимы не в лучшем состоянии, дают отдыхать от большегрузов каждую весну. Цель – предотвратить разрушение покрытия, которое в период паводка, а значит сильного увлажнения грунта, становится особенно хрупким. На всех 5 въездах в столицу Чувашии уже установили пункты весового контроля, выставили предупреждающие знаки. Ограничение не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки, перевозку продовольствия, почты, лекарственных препаратов, топлива и некоторых других грузов. Прочие тяжеловесы в город пропускать тоже будут. Правда, только те, у кого есть разрешение на передвижение. Платное. Вводится временное ограничение движения транспортных средств с нагрузкой более 5 тонн. И на ось при одноосной тележке 4 тонны, при двухосной тележке 3 тонны, при трехосной тележке 2 тонны на ось. Стоимость разрешения проводится согласно постановлению номер 934, постановление правительства от 16 ноября 2009 года. И в среднем составляет для транспортных средств до 9 тонн 8 тысяч рублей, для транспортных средств до 16 тонн 20 тысяч рублей, для транспортных средств до 25 тонн 35 тысяч рублей и для транспортных средств свыше 25 тонн около 60 тысяч рублей. Если нет разрешения, придется заплатить штраф. Водителям большегрузов от 2 до 2,5 тысяч рублей, должностным лицам 15-20 тысяч, юридическим лицам от 400 до 500 тысяч рублей. Контроль будут вести не только на въездах, уже закупили 2 передвижных поста весового контроля. В прошлом году выдача разрешения и штрафа за передвижение большегрузов по Чебоксарам принесли 8 миллионов рублей. Все деньги пошли в дорожный фонд города. В год 70-летия Победы мы много говорим о преемственности поколений, о патриотизме не на словах, а на деле. Городской конкурс «Две звезды» собрал на галоконцерте ветеранов и войны и их внуков. Военно-патриотические песни звучали в стенах Национальной библиотеки. Самому старшему участнику гала-концерта, ветерану войны Петру Николаевичу Теплову, 92 года. Всю войну он прошел связистом. Принимал участие в освобождении Московской, Смоленской, Псковской областей, Белоруссии, Литвы и Латвии. Награжден орденом Отечественной войны, 3 орденами Красной звезды, медалями за победу над Германией и за взятие Кёнигсберга. Недавно ветеран написал документальную повесть «Страницы моей жизни». Мы знали, что все равно победим, победа за нами будет. Но кто останется жив, он будет счастливым человеком. И вот я остался жив, сейчас мне 92 года. Я пока в движении. Почему? Потому что я дружу спортом. Все время в движении, все время встречаюсь с школьниками, товарищами, студентами встречаюсь. И
это мне, видимо, помогает. На сцене Петр Николаевич выступал с правнуком. Поддержать его пришли школьники вместе с педагогом Галиной Корсаковой. Галина родом из Ельчикского района, как и ветеран. Их связывает давняя дружба. Вместе они подготовили выступление. Их вальс – это память о военных годах. Несмотря на возраст, ветеран хорошо чувствует себя на сцене. Он считает, что секретом его долголетия является здоровый образ жизни. Городской конкурс – это наглядный пример военно-патриотического воспитания. Когда выходят на сцену такие ветераны и их правнуки, за будущее можно быть спокойным. Мы очень благодарны ветеранам за эту победу, за то, что они вложили свой труд, свою отвагу, свое мужество и силу в эту войну, которая была очень жестока по отношению ко всем гражданам. В этой войне приняли участие наши родственники, наши деды, наши прадеды. Они погибли, сражаясь за нашу родину, и поэтому мы уважаем этот праздник и считаем то, что его надо праздновать и нельзя забывать ни в коем случае про эту страшную войну. Анастасия Алангина, Расиль Мухаметов, Республика. В столице республики прошла репетиция патриотического флешмоба, который запланирован в Чебоксарах на 6 мая. Вместе с волонтерами песни военных лет вспоминала и наша съемочная группа. Именно эта песня является символом Великой Победы. Волонтеры, школьники, студенты вузов и СУЗов, всего около 200 человек собрались вместе, чтобы порепетировать с чебоксарской капеллой «Классика». Мы решили хоть как-то напомнить о наших бабушках, дедушках путем через вот этот флешмоб. Чтобы мы наши, ну, дальнейшие поколения также знали и помнили о их подвиге и о том, что они заложили в наших сердцах. Ну, чувствуешь сразу гордость за свою страну. 9 мая, столько лет прошло, хочется помнить всегда об этом. Ежегодно в Чебоксарах проводится множество акций и мероприятий, посвященных годовщине Победы. В этом году к ним присоединился и патриотический флешмоб – исполнение песни «День Победы» хором горожан. Именно волонтерского корпуса у нас 12 мероприятий, которые будут проходить по всей России. Они все, то есть, будут точно так же с какой-то концепцией. Ребятам это не безразлично, они очень к этому трепетно относятся, они очень интересуются всей этой темой. То есть ребятам это очень близко, всех возрастов ребятам. Участником флешмоба может стать каждый желающий. Для этого надо прийти на площадь республики 6 мая. А пока есть время, вспомнить и другие песни военных лет. В праздничные дни они звучат по-особенному. Татьяна Леонтьева, Евгений Анисимов, Республика. Что такое вышивка, знает, наверное, каждая женщина. Вышивка может рассказать, в какой стране, в какое время и для чего она была создана. В столице Чувашии прошел второй республиканский конкурс среди руководителей кружков декоративно-прикладного искусства. Тему продолжит Юлия Важенина. Стежки каменными иглами на одежде из шкуры животных. Именно так появилась вышивка крестом. Тогда люди считали вышивание изобретением богини искусств Минервы. Существует даже легенда о том, что ученица Минервы Арахна превзошла саму богиню в искусстве вышивания. Арахна даже вызвала Минерву на поединок и победила ее. Богиня не смогла примириться с поражением и превратила Арахну в паука. Вышивание соревнуется и сегодня. Вот только сейчас здесь все настроены доброжелательно, поэтому никаких превращений не ожидается. В краю 100 тысяч вышивок. Именно так называется конкурс декоративно-прикладного искусства. Более 20 мастериц из разных районов и городов республики соревновались в умении класть стежки. В течение 5 часов участницы должны были вышить по образцу одно из главных украшений женской блузки – розетку, а затем и оформить всю композицию. У нас у Чувашии свое богатство, своя гордость. Это в первую очередь чувашская традиционная национальная вышивка. И, конечно же, мы должны развивать, поддерживать, сохранять нашу культуру традиционную. Но вот цель у нас как бы охватить всю республику, чтобы у нас традиционная культура масштабно развивалась. Татьяна Петухова занимается вышивкой вот уже 10 лет. За это время стала ведущим мастером в своем деле.
Очень глубокий смысл содержится в данной вышивке. Вся мифология чувашского народа, все миросознание, миропредставление нашего народа, которое донесли до нас наши предки, и мы стараемся передать вот это мастерство будущему поколению. Помимо соревнования в реальном времени, участницам было дано домашнее задание – вышить по своему желанию любой предмет. Это могла быть подушка, салфетка, картина и даже блузка. Главной задачей было показать, на что способна каждая из мастериц. Эта вышивка хороша тем, что способствует развитию творческой фантазии, умственному развитию, прививает аккуратность, то есть всесторонне способствует развитию современного школьника. Знание особенностей чувашской вышивки и техника исполнения изделия. Именно по этим критериям и определяли победителя. Ей стала Ольга Волкова, представительница Чебоксарского дворца детского и юношеского творчества. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика» в 20:00. Оставайтесь с нами. Всего доброго.